Мое детство кончилось 21 ноября 1941 года. В этот день мама из гетто решила, утром была облава, и она решила перелезть, подлезть под проволоку колючую, уйти там, к нашим приятелям, знакомым, чтобы они взяли меня и отправили куда-нибудь в деревню. Мама не вернулась, и так я остался один. Борис Владимирович Сребник. Точную дату рождения и настоящее отчество не знает. В возрасте около 7 лет оказался узником Минского гетто, в котором было уничтожено более 120 тысяч евреев. Когда я уже остался один, надо было как-то жить, кормиться. А в нашем доме, где мы жили, в этом, был мальчишка, звали его Майк. И он мне сказал, знаешь что, пойдем со мной, я хожу по домам просить милостыню. Мы каждое утро вылезали под колючую проволоку. Это все было связано с риском для жизни, ибо она охранялась. И в один из таких походов я ухватился за электрический провод. У меня остались следы вот здесь, и здесь, на животе есть следы.